привет. Пришла посылка еще одна из Китая. Вышла она, как видите, 16 октября. И пришла только 4 января. Вот он путь следования посылки. Вылетела она из Сингапура. Потом попала в Оренбург. В Оренбурге две точки. И 26 декабря она вылетела из Оренбурга. Белгород. В Белгород она прибыла 2 января и 3 в мое отделение почты. Ну, теперь посмотрим, что здесь внутри. Внутри здесь карандаш для очистки фотоаппаратов, линзы фотоаппарата, видеокамеры. Lens Pen. Вот такой карандаш. Давайте его откроем. Щетка. Все. Всем спасибо за просмотр.